Здравствуйте, я Бобинов Григорий Вячеславович, активист профсоюза «Действия» и представитель фонда «Рабочая академия». И сегодня у меня на столе очередной коллективный договор. Очень смешной коллективный договор, если не было бы так грустно. Это коллективный договор Киришской клинической межрайонной больницы Ленинградской области. Что же такое коллективный договор в принципе? Итак, коллективный договор – это конституция предприятия учебного, лечебного и других заведений, то есть это локальный нормативный акт, на который опирается работодатель, опирается весь коллектив во всех вопросах, вопросах охраны труда, вопросах занятости, вопросах оплаты труда и других нюансов, которых нет в других нормативных актах, либо расширенные непосредственно для этого учреждения. То есть, в принципе, коллективный договор может только улучшать положение по сравнению с тем же Трудовым кодексом Российской Федерации, но также он может содержать непосредственно положение Трудового кодекса Российской Федерации, хотя это смысла в этом особого нет, но есть как, конечно, смысл, если вдруг все понимают, что через какое-то время Трудовой кодекс Российской Федерации будет ухудшен, как в начале 2000-х годов, и хорошо бы сохранить те нормы, которые были в предыдущем трудовом кодексе, то это да. Ну так, в принципе, переписывать и конспектировать трудовой кодекс Российской Федерации не надо. Коллективный договор немного не об этом. Ну давайте перейдем непосредственно к коллективному договору Киришской клинической межрайонной больницы. Итак, вот он у меня на столе. Вот вы видите на экране, как этот выглядит титульный лист. Коллективный договор государственного бюджетного учреждения утвержден конференцией трудового коллектива МУС-ЦРБ. Аж 10 февраля 2005 года была эта конференция, и он был пролонгирован в 8, 11, 14, 17 году и изложен в новой редакции в 17 года, от 10 сентября. Вот здесь еще один титульный лист, что коллективный договор учрежден конференцией трудового коллектива от 10.2005 года. Видите подписи здесь, что на одном, что на втором. Серафимов, главный врач, и председатель правкома Круглов, то есть лица не менялись в течение многих-многих лет. И вот еще одна занятная бумажка, что соглашение о пролонгации, вот это называется, коллективного договора, от 10.06.2021 года уже председатель правкома поменялся, некто Винничук, и вот главный врач тот же самый Серафимов. То есть на протяжении 16 лет Серафимов подписывает пролонгации коллективного договора. При этом они ссылаются на статьи Трудового кодекса Российской Федерации, вот часть 2 статьи 43, на статью 44. Ссылаются, но, видимо, эти статьи они не читали. Те, кто понимает, что такое коллективный договор и что такое пролонгация коллективного договора, уже улыбаются, смотря на эти фиговые бумажки, но мы вернемся к ним в конце. А сейчас мы рассмотрим коллективный договор. Я прочитал пару раз, подчеркнул то, что мне, на что хотелось бы обратить внимание, но скажу одно. Ну, чтобы вы понимали, что коллективный договор, даже вот как документ, оформлен, ну, непонятными людьми, вернее, людьми, которые не понимают, как это оформляется. Ну, во-первых, он не скреплен. То есть, смотрите, выдали коллективный договор. Видите, на каждой странице поставлена вот такая вот печать, что копия верна. Внизу все страницы пронумерованы именно карандашом. То есть у людей не хватило мужества разобраться в такой программе, как Word, и просто в Word пронумеровать страницы. То есть у них этого не случилось. Второй момент – документ не прошит. То есть вот конституция, за которую бился коллектив аж в 2005 году, все это помнят, какая-то была битва. Но я утрирую, наверняка никто даже не знал, что проводится конференция, что вы там заключаете какой-то коллективный договор. И потому, как отсканировал документ, понятно, что он скреплен сверху, скорее всего, скрепкой. Ну или, может быть, пробит там чем-то еще. Вот так это выглядит. А вот, да, вот смотрите, вот на одном из этого видно, да, вот она, первый лист, он
вот так вот скреплен вот такой вот штучкой, которую можно легко скрепкой раскрепить и снова там пробить степлером. Вот, он не прошнурован, то есть, видите, тут нету ничего, чтобы было понятно, что он прошнурован и скреплен печатями. Поэтому администрация в любой момент может этот коллективный договор разобрать по страницам и впихнуть туда все, что он хочет. Потому что, как видно из вот первых трех страниц, непосредственно Серафимов, Винничук и Круглов на протяжении многих лет состоят в сговоре, потому что... Ну, потому что коллективный договор так не заключается. И вот мы обратимся к общей части. Общая часть нам рассказывает уже в пункте 1.1, что Серафимов Станислав Викторович и Круглов Сергей Леонидович представляют интересы коллектива и работодателя учреждения. И тут вот видите, оказывается, Круглов является равноправным при решении многих вопросов непосредственно с Серафимовым. То есть вы выбрали представителем вот этого Круглова, и в принципе Круглов бы мог порешать все ваши вопросы, которые так остро стоят в Киришевской клинической межрайонной больнице. Но вот видите, вы даже не знали, что они равны. Главный врач и товарищ Круглов. И здесь почему-то возникает пункт 1.5, то есть здесь возникает оглавление, в общей части возникает оглавление. То есть хотелось бы, да, открыл документ, сначала оглавление, чтобы видеть, где, как, на какой странице что искать, но нет, оглавление почему-то втиснуто в общую часть. И здесь видите аж сколько, 8... 9, 10, 10 различных параграфов, которые будут рассмотрены. Кажется, вот они, 10 параграфов, 10 там частей этого коллективного договора. И представляешь, такой глобальнейший документ, потому что 10, вот это да, вот это люди постарались, 10. Нет, посчитал страницы, основная часть. Ну, то есть, в принципе, весь коллективный договор уместился на 14 страницах, вот без вот этих вот трех первых страниц и вот этих двух приложений, которые я здесь нашел, из 6 заявленных. То есть, тут заявлено в коллективном договоре 6 приложений, только 2. То есть, пропали остальные все вот эти приложения. Ну и дальше по оформлению документа. То есть, понятно, если уж вы взяли именно за основу документа, что вы будете все пункты нумеровать, то, соответственно, надо вот следующий пункт, там, работодатель обязуется. То есть, 1. Уже получается 7.1 и дальше, ну, 7. И потом уже вместо вот этих тире нумерацию продолжает. Там 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4. Нет, идут какие-то дефисы, то есть работодатели обязуются. Потом без всякого перехода нету конкретно, что работники обязуются, хотя в этой основной части непонятно, почему это все, вот эти, почему вот именно эти пункты вообще вне моего понимания. И вот работники, принятые на работу в условиях основной в целях соблюдения его прав, предоставляют работодателю следующие документы. И здесь вот эта вот банальщина, кадровая банальщина, которая, ну, зачем она в коллективном договоре? Как принимать на работу, какие предоставлять документы, непонятно для чего. Далее я это все просмотрел. Весь коллективный договор – это вот неумелый конспект Трудового кодекса Российской Федерации. Ни больше, ни меньше. То есть здесь есть некоторые статьи, которые кто-то попытался написать самостоятельно. Вот эти вот абзацы, но их здесь очень мало, я на них обращу внимание, но в основном это переписанный, еще раз говорю, просто неумелый конспект Трудового кодекса Российской Федерации. Ну и в подтверждение вот раздел 2, трудовой договор, то есть вот есть коллективный договор, дальше идет трудовой договор, дальше идет несколько страниц о том, что такое трудовой договор и... Опять же, переписан Трудовой кодекс Российской Федерации, те положения, которые касаются трудового договора, но разговор-то идет о коллективном договоре, каких-то нюансов, которые бы касались только Киришевской клинической межрайонной больницы в плане улучшения трудового договора именно
в клинической вот этой Киришской больнице здесь ничего нет. Постоянно во всех, в принципе, о разделах идет речь о сокращении. В случае там сокращения, кого зачем куда убирать, кого как предупреждать. И об этом договорились работодатель и вот этот Круглов. Но я вам честно говорю, если бы они об этом не договорились, они бы договаривались об этом в суде. Потому что здесь написано, еще раз говорю, Трудовой кодекс Российской Федерации. Если бы они там по Трудовому кодексу не действовали бы, ну, соответственно, они бы это решали все в суде. Но мы продолжим. Раздел номер 3. Хозяйственная деятельность учреждения. Ну и здесь мы узнаем, сразу же берут быка за рога и сразу... Работодатель берет на себя обязательства, там вот этот Серафимов берет на себя обязательства, Круглов соглашается о решении вопросов ликвидации и реорганизации учреждения. Но хотелось бы почитать устав этого учреждения, кто учредитель и как это Серафимов с Кругловым возьмут и ликвидируют и реорганизуют учреждение. Мне это очень интересно, почему они на себя столько берут. Наверняка в этом уставе вашего учреждения написано, кто учредитель, и вряд ли это Серафимов и вообще кто-то из Киришского района. Наверняка там будет комитет по здравоохранению Ленинградской области. Но обычно так. Но может быть в Киришах что-то по-другому. Но об этом ли заключается хозяйственная деятельность учреждения в ликвидации и реорганизации? Наверное, о чем-то другом. Но есть, конечно, и другие пункты, что работодатель утверждает план мероприятий по охране труда, перечни норм бесплатной выдачи специальной одежды. И об этом есть целые приложения, которые потерялись. То есть пока мы шли, они потерялись. Об оплате труда есть положение, разработка иных нормативных документов. Вот в этом и заключается хозяйственная деятельность учреждения. Четвертый раздел – условия высвобождения работников. Чувствуете, да? Вот в тех двух, во втором и третьем сокращали. И раздел четвертый – вот условия высвобождения работников. И вот они все пишут о том, что для принятия сокращений, но это все тоже из Трудового кодекса Российской Федерации написано, и дальше – в случае, если решение о сокращении оптимизации численности или штата работников учреждения может привести к массовому увольнению работников, то чувствуете, люди все хотят еще и ликвидировать, оптимизировать и привести к массовому сокращению работников. Вот что имеется в виду, здесь не прописано, о чем идет речь, о массовом сокращении, что такое массовое сокращение, но если взять... Трудовой кодекс Российской Федерации, там о массовом идет ссылка на, ну, какое-то постановление правительства, там постперестроечное, там 92 или 93 года, и там конкретно сказано, что массовое увольнение, там если 300 человек в течение 3 месяца, вот это массовое увольнение. Вот кого вы будете непосредственно в Киришской больнице массово 300 человек за 3 месяца сокращать? Мне вот даже это интересно. Ну, мне интересно, во-первых, сколько там вообще персонала и как вы будете в случае массового. Мне кажется, вот если будет вот это вот, вот этот Серафимов и Круглов дойдут до того, ну теперь это не Круглов, а товарищ Винничук. Вот если этот Серафимов и Винничук дойдут до сокращения и ликвидации учреждения, здесь не вот это вот надо статью писать, а просто выводить их там, ну, я предлагаю прям к стенке ставить и рассказывать, в чем они не правы. Там колокол, может быть, вытащить и в колокол звонить, что вот этот Серафимов, Круглов и Винничук закрывают больницу в городе Киришах. И привели к массовому увольнению, то есть хотят выгнать 300 человек за 3 месяца. Ну и вот дальше опять Трудовой кодекс Российской Федерации. Но опять я еще раз повторю, если вот они переписали его, и я вам точно скажу, если вот они не выполнят вот эти все пункты, которые они переписали с Трудового кодекса Российской Федерации, они будут вот эти вот все пункты выполнять через судебные решения.
По-другому никак. Потому что люди обратятся, ребята, вы не соблюдаете трудовой кодекс при ликвидации, сокращении и массовом увольнении, которое вы там все хотите, уже через весь коллективный договор проводите. И будете разбираться в суде по вашим здесь, если не будете выполнять этот трудовой кодекс Российской Федерации. Но опять условия сокращения, да, вот это вот на этом листе написано. А где вот эти вот, сколько положено окладов при сокращении? Где вот это? То есть вы сокращаете людей-то, выгоняете на улицу, не знаю по каким основаниям вы там решили 300 человек подстраховаться и выбросить, к массовому сокращению привести этих работников. Ну, надо где-то заплатить по 5 окладов, наверное. Ну, не меньше, как везде все делается. То есть 5, где-то 10 окладов просто выплатить человеку. Сократили, чтобы он потом, после того, как его сократили, он шел, встал на биржу, еще там получал 3 месяца ту зарплату, которую получал. Поэтому здесь это все не прописано. Люди не знают даже, что делать по этому коллективному договору, куда идти. Ну и опять же, ничего тут улучшений никаких нету. Товарищи, запомнили, да, что если вас сокращают, вам, вы должны в коллективном договоре добиться, чтобы вам что-то заплатили. Ну, 5 окладов это минимум, вообще просто минимум. А лучше не 5 окладов, а 5 по среднему, что вы получали. Итак, раздел номер 5. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации. Ну, опять, без всяких, все в соответствии со статьей Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей Трудового кодекса Российской Федерации. Но опять, они заикнулись об оплате труда приложение номер 1. Приложение номер 1 здесь не существует. Я посмотрел внимательно то, что кадровик, который здесь везде подписался на каждом листе, то ли Соня, то ли Сосна, то ли, не знаю, как, кто она именно, вот это вот, то ли Оля, ну, не принципиально, вот она подписывается, она пронумеровала все страницы, и точно сколько есть, столько и есть, то есть полностью не существует приложение номер 1 по оплате труда. Затем, ну, переписан трудовой кодекс Российской Федерации. Видите, о чем я говорил. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения выплачивается выходное пособие в размере, установленном трудовым кодексом Российской Федерации. Ну вот он установлен, но не прописан. А вы пропишите, сколько конкретно. То есть вы не ставили даже этого вопроса. Еще раз говорю, ставьте 5 средних зарплат, а лучше 10. Вот. Но опять они здесь в этом же все ликвидируют и сокращают. Что касается нормирования труда. Нормирование труда. Вот в этом пятом разделе ничего вообще. То есть они озаглавливали оплаты и нормирование труда, но по нормированию труда ничего нет. То есть о чем о нормировании? То есть невыгодно писать то, что есть по документам, потому что Скворцова говорит, мы единственная отрасль, ну, говорила, что мы единственная отрасль, которая занялась нормированием труда, но вот в этом документе ничего о нормировании, о чем говорит Скворцова, говорила Скворцова, нет. Это вот, например, что врач-терапевт, приходя на свое рабочее место, должна принять за смену столько-то, столько-то, ее норма зависит от этого, она должна принимать. Вот это конкретно все расписывается, вот это нормирование труда. Ну, ясно, что работодателю это невыгодно. Для него выгодно именно, чтобы участковый не знал о своей норме, участковый онколог не знал о своей норме, участковый... Ну, вообще, чтобы никто не знал о своей норме, и поэтому тот план, который спихивается на подразделение или же конкретному врачу, всегда возникает вопрос, откуда этот план? Ну, об этом мы сейчас говорить не будем, но конкретно в этом коллективном договоре о нормировании труда, об основном, то есть от нормы труда зависит, насколько человек устает, сколько он времени проводит с семьей, потому что при данной ситуации, насколько он задерживается на работе, и т.д. и т.п. В этом ничего нет. Но еще раз говорю, все статьи переписаны из Трудового кодекса Российской Федерации, кроме вот этого пункта 5.15. Его попытались написать самостоятельно. Здесь речь идет о премировании работников, а вернее о поощрении работников при выходе на пенсию, либо при каких-то круглых, я так понял, датах, ну, насколько я понял,
Но давайте вместе прочитаем этот пункт 5.15, потому что, видимо, когда пришло время все-таки наградить людей, которые отдали этому лечебному учреждению много лет, вот на этом месте вот запнулась у кого-то, просто ручка запнулась и не смогли из себя выдавить, как же вот этих ветеранов-то поздравить. Вот как это звучит. Работодатель обязуется при наличии средств учреждения выплачивать сотрудникам при достижении непрерывного стажа работы в учреждении. Оп! Неизвестно сколько, запятую. А также в связи с выходом на пенсию, в том числе льготное единовременное пособие в размере месячного оклада при условии работы в учреждении не менее 10 лет. То есть, видите, да, криво написан пункт, то есть они там запнулись, то есть непонятно из этого непрерывного стажа работы, при условии работы. И получается следующее, ну обычно, да, человеку там 50 лет, ему платят вот эту вот премию, поздравляют с юбилеем, если он там отработал 30 лет, 40, 50, говорят, молодец, 25, спасибо, наша уважаемая операционная медсестра, вы оставили здесь свою молодость, здоровье и все остальное, вот вам 10 окладов, тем более в Ленинградской области оклады. В 2005, 2007, 2010, 2012, 2015 у медсестер там были копейки, то есть там 10-11 тысяч, может быть даже меньше, я не помню. Поэтому вот это вот один оклад, это просто копейки. Я не знаю, сколько сейчас у медсестры оклад, но я думаю, 1012 в этой Ленинградской области. И вот человек проработал в учреждении, его на пенсию в возрасте 70 лет провожают. Он отработал здесь 50, и вот тебе на 12 тысяч, и все. Ну, стыдобище. Стыдобище. Ясно, что Круглов с Серафимовым вот так вот относится к своему персоналу, к своим сотрудникам, поэтому из себя столько не выдавили. Ну, вот такого ущербного пункта я уже давно в коллективных договорах не видел. Ну, либо вообще не писать, чем писать вот такую вот ерунду. Рабочее время, раздел 6. Время труда и отдыха. Ну, опять же, переписан Трудовой кодекс Российской Федерации. При этом ничего не написано про жару, не жару. Какое-то все постное все. Ну и вот раздел охраны труда. Банально переписано Трудовой кодекс Российской Федерации. И есть ссылки на приложение, что они имеют в виду. И так вот говорится о приложении номер 3. Это бесплатную выдачу смывающих обезжиривающих средств и обеспечить выдачу молока. Про СИЗ было сказано ранее. Ну и здесь они упоминают в пункте 7.1.9, заикаются о специальной оценке условий труда. Отсюда вопрос к администрации. Именно этой Киришской клинической межрайонной больницы. И так уже полтора года бушует ковидная инфекция. В вашем лечебном учреждении большинство сотрудников переболело новой коронавирусной инфекцией COVID-19. И, соответственно, это острое профессиональное заболевание на рабочем месте. И вы должны, обязаны были провести внеплановую, внеочередную специальную оценку условий труда. И в связи с тем, что ваши сотрудники переболели именно установленной коронавирусной инфекцией, то класс вредности уже должен у вас быть 3.3. От этого зависит доплаты за вредность, от этого зависит рабочая неделя, которая сокращается до 36 часов, от этого зависит отпуск, продолжительность отпуска по вредности и много еще чего. Итак, я спрашиваю у администрации Киришской клинической межрайонной больницы, вы провели внеплановую, внеочередную специальную оценку условий труда для своих работников? Скорее всего, нет. Потому что изменения в этом коллективном договоре, о чем вы говорите, что должны вноситься, и вы обязуетесь вносить изменения в существующий коллективный договор в связи с изменениями там различными в законодательстве, т.д. и т.п. Всего этого на момент 10.06.2021 года не сделано. Товарищи,
Коллектив Киришской клинической межрайонной больницы. Соберитесь с мыслями. В конце разбора этого документа я скажу вам, что делать. Раздел номер 8. Гарантии деятельности профсоюзной организации. Ну, переписан опять Трудовой кодекс Российской Федерации. Чуть-чуть из федерального закона номер 10. И почему-то в этих гарантиях впихнуты работники обязуются. Причем тут работники обязуются? Где гарантии? Непонятно. То есть, ну еще раз, документ составлен просто через одно место. И вот раздел 9, заключительное положение. Но есть отдельный пункт, видите, опять же, нумерация не сохранена. Она не сквозная через весь документ. Как хотят, тут дефис, то номера ставят. Профсоюзный комитет, как представительный орган работников, обязуется. В период действия коллективного договора при условии выполнения работодателем его положений не настаивать на пересмотре коллективного договора, если выдвигаемый профсоюзом, комитетом положения не встречают согласия другой стороны и не выступать организаторами коллективных действий с целью давления на работодателя. Обязуется это профсоюзный комитет, который представляет вот этот вот Круглов. Выбирал ли весь коллектив вот этот профсоюзный комитет как представителя работников? Это большой вопрос, но мы вернемся к этому пункту. Я даже вот здесь вот отложу в сторону, разберем его попозже. И вот заключительное положение. Непонятно, почему при структурной перестройке какого-то производства необходимо проведение положений договора, тра-та-та. Ну, опять же, списан с Трудового кодекса, не понимая вообще сути документа, о чем речь. И вот мы разобрали основную часть этого документа. Мы все с вами убедились, что это просто переписанный Трудовой кодекс Российской Федерации. Ничего здесь не улучшается. И перейдем плавно к приложениям. Когда я читал этот документ, совсем недавно пришлось познакомиться с таким произведением, как «Гарри Поттер». Вот здесь вот то же самое, как вот это вот для детей, вот эта книжка «Гарри Поттер». То есть есть вот эти волшебники, а есть вот маглы. Вот коллектив Киришской клинической межрайонной больницы – это маглы. А волшебники делают свои дела, и у них все хорошо. Итак, вот есть основная часть, да, с которой мы ознакомились. Дальше должны идти приложения. Приложение, допустим, номер один. Но дальше идет вот приложение номер два. Причем я написал сам приложение номер два, потому что здесь просто согласовываю, утверждая, что это приложение, к чему это приложение. Здесь не написано, к чему вот этот документ. Перечень профессий и должностей, которым выдается бесплатная спецодежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты. Ну, как бы бушует инфекция, которая COVID-19. Я за вас поставил, что это приложение номер 2 за Серафимова и Круглова. У вас ума на это не хватает. Правильно оформить документы дальше. Да, все представляют, да, Киришская, у всех в голове держит. Это Киришская клиническая межрайонная больница. На дворе 21 год. Документ выдан, подписан кадровиком от 10.06.2021 года. И вот мы посмотрим, кому по данному документу выдается средство индивидуальной защиты. Итак, тут три листа. Перечисляем. Дворник, слесарь, сантехник, плотник, маляр, грузчик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, дезинфектор, повар, кухонный рабочий, уборщик производственных служебных помещений, электромеханик по ремонту медицинского оборудования, машинист по стирке и ремонту спецодежды, слесарь по ремонту и обслуживанию кислородного оборудования, дезинфектор, сторож, слесарь по ремонту автомобилей. То есть, представляя клиническую больницу, вот эту вот именно Киришскую, мы почитали, кому положены какие СИС. Как вы видите, работодатель даже здесь ушел от вопроса обеспечения работников своей больницы средствами индивидуальной защиты. То есть основных работников это медицинскому персоналу по данному коллективному договору не положены средства индивидуальной защиты. Хотя в Трудовом кодексе написано. Но сколько коллективный договор
именно Круглову все равно. Дальше из тех приложений, которые звучат в коллективном договоре, там их должно то ли 6, то ли 7 штук, я нашел еще одно. Тоже написал приложение номер 3, потому что не хватает у Круглова мозгов, как правильно оформить и прошнуровать документ и закрепить это все печатями, чтобы в любой момент влезть и изменить этот коллективный договор в тайне от всего коллектива. Но порадовали именно наименование работ и производственных факторов, которые есть в лечебном учреждении Киришская клиническая межрайонная больница. Внимание, опять мы представляем Киришскую клиническую межрайонную больницу. И вот эти факторы. Работа с органическими растворительными техническими маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами, нефтью, нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли, в том числе угольно-стекольной и другими, мазутом, сож на водной масляной основе, с водой, водными растворителями. Предусмотрены технологии дезинфицирующих средств, растворами цемента, извести, кислот, щелочей, солей, щелочно-земельными эмульсиями и другими рабочими материалами, работы, выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов, без натуральных подкладок и негативное влияние окружающей среды. И потом только видишь, что это вот оказывается маляров, там у вас слесарей, уборщиков, дезинфекторов, кухонный работник, не знаю, ну да, есть тут щелочные. Но вот из седьмого пункта я узнал, что дворник занимается наружными сварочными работами с воздействием ультрафиолетового излучения в диапазоне АБЦ и с воздействием ветра и температуры. Так что вот такие вот дворники в Киришской клинической межрайонной больнице метут и варят, и регистрируют именно излучение ультрафиолетовое АБЦ. Наверное, журнал такой ведется. Ну, какое это сегодня ультрафиолетовое? Сегодня никакого, я чисто под работающим компьютерным томографом подметал все. Сегодня больше никаких вредностей не было. Ну, а что касается вот начала документа, вот он, коллективный договор государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области, утвержден конференцией трудового коллектива от 2005 года, о чем говорят целые две бумажки, и это все завизировал кадровик от 10.06.2021 года. Это не соответствует Трудовому кодексу Российской Федерации, хотя здесь люди ссылались на Трудовой кодекс Российской Федерации, но так коллективный договор не заключается. Непосредственно этот документ заключен с многими нарушениями, в том числе порядка заключения коллективного договора, поэтому его можно смело взять и целиком выкинуть. И не жалко этот коллективный договор, потому что здесь он совершенно ничего не улучшает, ничего не прописывает, а нагоняет только туман. Но еще раз говорю, приложение номер 1 об оплате отсутствует. Ну и самое главное, что он заключен не в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Поэтому на этих людей, которые подписывали этот документ и которые находятся в сговоре, а непосредственно это Серафимов, Круглов и Винничук, их надо привести к административной ответственности, вообще весь коллектив, который стоит за именно коллектив вот этой администрации и кто находится в сговоре, вот эту группу привести к административной ответственности и наложить штрафы. Но опять же, я нигде не увидел печати, что это все проверено Государственной инспекцией труда, этот коллективный договор. Ну, короче, здесь много нарушений. Ну, что же делать коллективу? Теперь основное. А что же делать коллективу Киришской клинической межрайонной больницы в связи со сложившейся ситуацией? Первое. Дорогие коллеги, я тоже врач. Я врач скорой помощи. Я работаю на линии в городе-герое Ленинграде. Поэтому все ваши вот эти вот нюансы мне знакомы, потому что я через это все прохожу.
Я тоже обычный врач, ничего такого нет. Но я состою в профсоюзе действий, есть такой большущий профсоюз на территории нашей страны, и, соответственно, мы понимаем, как защищать свои права. Также я являюсь представителем фонда Рабочей Академии. Фонд Рабочей Академии на протяжении последних 30 лет помогает различным коллективам трудящихся защищать свои трудовые права. Но первое, что я могу сказать, первое, это то, что вы стали специалистами в своих областях, вы стали классными медсестрами, фельдшерами, врачами, но при этом вы не научились защищать свои права, потому что я понимаю, чтобы овладеть своей профессией в медицине, вы потратили очень много времени, от 15 и больше лет, но так и не подняли головы от операционного стола и не поняли, что... Став классными специалистами, вас также могут вот так вот массово сократить, о чем неоднократно написано вот в этом вот документе. То есть, если вы пойдете вразрез с политикой вот этой администрации, вот с этим Кругловым, Серафимовым, Винничаком, то, соответственно, вас, каким бы вы специалистом ни были, вас уволят. И вот этот коллективный договор, который мог бы защитить вас, вы не вникли в этот коллективный договор, вы не знаете, что это такое, вы не знаете, как бороться за свой коллективный договор. А в коллективном договоре в этом должно стоять следующее, что увольнение, сокращение работника может быть только при согласовании с профсоюзом. И этот профсоюз должен быть именно, что это должен быть ваш профсоюз, не профсоюз вот этого Серафимова, так сказать, желтый профсоюз, карманный профсоюз, который вытащил из кармана этого Круглова, он подписал все, что нужно, и иди дальше в кармашек вот сюда, товарищ Круглов, а теперь и Винничук. Это должен быть ваш профсоюз или еще иной орган, о чем сказано в Трудовом кодексе Российской Федерации, там так и написано. Профсоюз либо иной орган, у профсоюза есть целый закон, федеральный закон номер 10, у каждого профсоюзника там куча всяких именно прав. Ну а у коллективного другого органа вряд ли чего будет. И вот я состою в профсоюзе действий. Профсоюзе действия знают, как организовывать профсоюз, первичную профсоюзную организацию на местах. То есть вы должны все-таки организоваться не под управлением вот этого Круглова и Винничука, которые находятся в сговоре, а организоваться самостоятельно. Я вам открою маленький секрет непосредственно. У вас в Кирежской клинической межрайонной больнице есть первичная профсоюзная организация. Вы можете вступить в эту организацию и написать свой проект коллективного договора, в котором отражалось бы все, и оплата труда так, как надо коллективу, а не так, как надо Серафимову и Круглову. А было бы именно оговорено условия занятости, как вас сокращать, увольнять. То есть, видите, у вас сейчас на работе можно просто взять и по капризом того же Серафимова и выбросить любого сотрудника, сочинив ему два каких-то выговора. Ну и положение об нормировании труда, то есть сколько положено принимать там в час, в минуту, какая нагрузка должна быть у операционной медсестры, что такое переработка и сколько доплачивать за переработку. Даже в сравнении с Трудовым кодексом Российской Федерации можно поставить и в 3, и в 4 раза. Разобраться, наконец-то, какие к вам в учреждение поступают средства и какие именно средства вы отрабатываете в связи с такими поступлениями. Это все можно сделать, разобравшись с такими людьми, как активистами профсоюза действия, либо с активистами и представителями фонда Рабочей Академии. Для этого надо оторвать голову от бумажек и задуматься, а что же я, проходя обучение в школе, в училище, в институте, почему мы упустили вот этот момент, как защитить себя на трудовом месте. То есть мы сейчас специалисты, но нас так же, как просто котят, берут за шкирку и выбрасывают из этого учреждения, в котором мы отработали по 10, 15, 20 и 25 лет, при этом тебе дают выходное пособие, которое нищенское, которое равно одному нищенскому окладу, те, которые установлены в Ленинградской области для медицинских работников, и иди гуляй, нам все равно что, потому что, вы поймите, у этого Серафимова, любого главного врача, свои интересы, у вас свои интересы. Вы должны определиться сейчас со своими интересами, сформулировать требования, эти требования изложить в
проекте коллективного договора и согласуясь с Трудовым кодексом Российской Федерации, наконец-то заключить действительный коллективный договор. Естественно, если вы вступите в профсоюз действия, именно профсоюз действия, активисты профсоюз действия помогут вам в том числе составить нормальный коллективный договор. У нас уже есть проекты коллективных договоров в различных лечебных учреждениях нашей страны, в котором, объединившись, сотрудники принимали эти проекты коллективных договоров. И теперь это уже не проекты, а действующие коллективные договоры. Вступить в профсоюз, обучиться, потратить на это, допустим, месяц, два, три, посмотреть те материалы, которые создают для вас именно активисты профсоюза действия, те материалы, которые есть в Конфедерации труда России, ну и, наконец-то, защитить свои права. Это достаточно легко, для этого надо просто объединиться и защитить коллективный договор. Ну и для чего вам профсоюз в дальнейшем, после того, как вы защитите свой проект коллективного договора, и коллективный договор будет именно коллективным договором, вашей конституцией, в которой будет все понятно, не так, как в «Гарри Поттере», непонятно, куда улетело положение о премировании, положение об оплате труда, что это не только для волшебников, но и для маглов. Будьте сами волшебниками на своем предприятии, потому что вы часто говорите о том, что столько всего неправильного в стране, так вот вам Трудовой кодекс Российской Федерации позволяет в какой-то мере наладить хотя бы на своем рабочем месте порядок. Ну и в дальнейшем ваш профсоюз, а профсоюз это каждый, это вот именно не то, что там какой-то Круглов, который там непонятно чего подписывает, а профсоюз это каждый, вот каждый. В дальнейшем будет именно смотреть, выполняется, не выполняется, контролировать выполнение вашего коллективного договора и готовиться через 3 года к заключению нового коллективного договора, и вы поймете, что можно улучшать, улучшать и улучшать те условия, которые вы, может быть, не допишете, или потом в течение времени, когда вы наконец-то начнете думать о том, что в коллективном договоре надо еще вот это, потому что даже у соседей в районе вот это, или в соседней области это, ну и как бы профсоюз действий вам подскажет, потому что наши активисты находятся в большинстве регионов нашей страны, и вот это вот консолидированный проект коллективного договора мы вам представим и предлагаем рассмотреть. Так что все в ваших руках, товарищи работники медицины. Это касается и водителей, и сантехников, и дворников, как мы выяснили в Кирежской районной больнице. Все по уши в мазуте. Будем отмываться вместе от этого мазута теми средствами, которые выбьем у работодателя. Ну и заключаем коллективный договор. Для этого объединяемся вокруг первичной профсоюзной организации «Профсоюза действия». Пишем вместе проект коллективного договора. Ну и еще раз повторюсь, для того, чтобы заключить нормальный коллективный договор, для этого надо объединиться коллективу. По Трудовому кодексу это надо 50% коллектива плюс один голос. Объединяемся вокруг профсоюза действия. Вступаем в профсоюз действия. Это очень легко. Надо написать заявление и отправить вот по этому адресу, который вы видите на экране. Еще раз повторюсь, у вас есть первичная профсоюзная организация профсоюза действия в Киришах. Давайте объединяйтесь и боритесь все вместе за свои права. Ну и продолжаем учиться вместе со мной, продолжаем учиться вместе с фондом Рабочей Академии и с проактивистами профсоюза действия. Ну и будьте здоровы, а пока.